Perfect Day тоже такой вот ежедневник, который тоже по саморазвитию. Здесь основные дела дня, основная цель, ежедневные ритуалы, план на день, сделать дома, напоминалки, что я сегодня сделаю, заметки, сделано, я молодец. То есть, когда вы заполняете каждый день, и вы видите, что вы все выполнили, вы себя хвалите и дарите себе какие-то приятные подарки. В общем, книги, я такие книги люблю, потому что, ну, во-первых, приятно заполнять, во-вторых, это самодисциплинирует. Так что очень рекомендую тоже приобрести вот такие книжки или подарить себе и своим подружкам.